городская территория, а там вот от дома 5 метров, это уже наша собственность. Они вот подогнали таджиков, выкопали и просунули в подвал кабель. Коммерческая стройка рядом с домом приносит его жильцам массу проблем. Компания-застройщик намерена подключиться к водопроводу и электрощиту дома. Жители встали на защиту своих прав собственников. Мы написали, всем домам расписались. Было 50 с лишним подписей. У нас 90 квартир. Вот оренбургская компания нам дала ответ, что ни с каким вопросом они к нам не обращались. И разрешения мы им не позволяли. С сентября жители дома пишут в различные инстанции, вплоть до администрации города, и убеждаются в правильности своего решения. Дала ответ, что ничего не разрешали, не обращались они к нам, то есть к администрации города. И подключение является вот чисто нарушением собственников жилья. Несмотря на все протесты жителей, приезжают рабочие, прокладывают кабель и повторяют попытку подключения. Ты сказала, трупом ляжем, а он сказал, мы через вас перешагнем, но подключим. Да, да. Вот так вот. Вот и все. И вон прорыли, проложили. На сей раз жители дома отстояли к электрощиту, подключиться не позволили. Но уверены, попытки повторятся. И во все доводы правомерности этого подключения люди поверить не могут. Это верхние губки водного рубильника на дом. То есть он даже рубильник даже никак не влияет. А после рубильника уже стоит счетчик, который общий на дом. То есть это включение на их показания, на их оплату не повлияет никоим образом. Получено разрешение МРСК «Волги», он основной. Мы по его разрешению получаем. И это их граница. Это они подключаются к своему кабелю, а не к дому. Просто граница раздела проходит как бы в доме, в самом. Это одна из немногих ситуаций, когда жители готовы бороться за свои права всем домом. Но на чьей стороне закон, покажет время. Инна Маркелова, Роман Боричев, новости дня.